Это род невозможно, они их теряют, малышей. Они идти не могут, спать хотят. В общем, беда. Этот. Мне сегодня пишет один человек там комментарий. Как он там написал сейчас? Типа, по осени надо стричь овец, чтоб не было такого ужаса, короче, что-то там он мне дает какой-то совет. А я сижу и думаю, блин, а кто, интересно, я знаю, люди весной и осенью стригут. А зачем осенью тогда стричь, мне интересно, в зиму, чтобы они зимой замерзали? То есть мы сейчас хотели вот месяц назад их постричь. И знакомый говорит, не надо их сейчас стричь, потому что ночью холодно. И хорошо, что мы его послушались и не постригли. Реально, дожди пошли, стало холодно, потом морозы немного были. И спасибо ему за совет. И этот... Сейчас мы где-то в конце мая будем мы уже их подстригать. А подстригать мы будем этих беспородных. Потому что этих породных стричь не нужно.